Свидетельство о рождении, квитанция об оплате госпошлины и фотографии 3x4. Семья Стафи подошла к сбору документов для паспорта дочери со всей ответственностью. Кстати, довольно волнительная процедура впервые сфотографироваться на паспорт тоже прошла успешно. Я абсолютно уверена, что 14 лет – тот возраст, когда испытание сделать фотографию, которая нравится ребенку, это очень сложно, особенно девочкам. Мама Алисы вспоминает, свой первый документ получала скромно, без торжеств. Узнав, как будут вручать паспорт дочери, растрогалась. Когда я узнала о том, что мы получаем такую возможность торжественно встретить, наверное, первая рыдала я, потом рыдали все, потому что рыдаю я. А вообще, конечно, это огромная благодарность за то, что такой день запомнится навсегда. Волновалась, конечно, но вообще очень здорово, что именно здесь получаю. В 14 лет с новыми правами и обязанностями. Теперь можно официально работать в свободное от учебы время и самостоятельно распоряжаться заработком. Сегодня вместе с паспортом школьники получили и уникальный экземпляр издания «Карамзина. История государства российского». Вы получаете самый главный документ в жизни гражданина Российской Федерации – это паспорт. Паспорт нужно беречь, ни в коем случае не терять. А свою родину нужно ценить, уважать. Вручение паспортов стало праздником для 11 школьников. Первый шаг во взрослую жизнь сделан. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».